Приветствую, друзья! На связи Андрей Жариков, и в данном видео хочу поделиться результатами, полученными с помощью робота TradeRinger. В прошлое воскресенье был открыт центовый счет на брокере RoboForex и размещен депозит в $500. Это реальный счет. Поскольку счет центовый, то первоначальный депозит составил 50 тысяч центов. Это как раз $500. И за 4 дня торгов. Торговля велась с понедельника по четверг. Сумма на счете составила $62,436. То есть чистая прибыль составила $12,436 или $124, что в процентном отношении составляет 24%. Согласитесь, 24% за 4 дня торговли – это очень даже круто. Результат одного из моих партнеров. Также был открыт центовый счет на 50 тысяч центов. И за 4 дня торговли прибыль составила 9814 центов, что в процентном отношении составляет 19,6%. А это уже не центовый, а долларовый счет, но демо-счет. Он был открыт 2 недели назад. И по сути за 2 недели торгов прибыль составила $2215, что в процентном отношении составляет 22,1%, или в среднем около 11% в неделю, что, на мой взгляд, тоже неплохой результат. Официальная стоимость робота $247, но компания объявила акцию, согласно которой сейчас робота можно оплатить за $197, то есть $50 при этом экономим, и в дальнейшем идет ежемесячная абонентская плата $169. Вообще данное предложение должно было закончиться уже сегодня в 10 часов утра, но поскольку последние дни многие испытывали сложности с оплатой данного робота, компания продляет эту возможность еще на несколько дней, пока не будут налажены платежные системы. Для тех, кто хочет протестировать робота бесплатно, еще есть такая возможность. Можно зарегистрироваться бесплатно. Лицензия будет действовать в течение 4 дней. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго. Global Star Club. Возможности безграничны.